Готовим сочную и нежную скумбрию в духовке. Для маринада смешайте масло, соевый соус, соль, молотый кориандр, перец, томатную пасту, пару зубчиков чеснока и лимонный сок. Почистите и выпотрошите скумбрию. Нарежьте ее на звенья или разделите на филе. Отправьте скумбрию в маринад, перемешайте и оставьте на полчаса. Уложите скумбрию в форму для запекания и полейте остатками маринада. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут. Готовая скумбрия очень нежная и легко отходит от костей. Подробный рецепт уже на канале, а список продуктов в описании под видео. Подписывайся и сохраняй рецепт.